say? These people. Okay. Yeah, these people. Good morning. People, good people. How are you? Good morning. Good morning. This road? Есть дорога, да. Back road. They have road. Мы немножко сбились с пути, но зато проехали мимо многих интересных храмов. Саши немножко промахнулся, Акела промахнулся. Отправил нашего водителя не той дорогой. Но я люблю иногда, когда сбиваемся с пути, потому что мне нравится новые места посмотреть. Сереж, правильно? Сюда? На Мапсу? Привет еще раз, друзья. Мы приехали в Мапусу. Okay. На рынок. Да. Сейчас. Новый блогер появился. Как канал называется? Шанти. Самоска. Лейта. Хител. Мы ждем сок. Сейчас придет. Угу. Ну, поели. Теперь можно и пошопиться. К нам присоединились наши девочки. Идем на шопинг. Нам все равно шагать. Сразу прямым путем в аутлет. Томми Хилфигер. Вот так вот. Интересно, почем. Посуда. Привозим для Шанти, для салона. Ага. Ой, сори. Монашка. А ты снимаешь, юный блогер? Снимай. Учить их молодежь надо, учить. Это все натуральные, свежие цветы. Мы идем купить кешью для Светланы. Сейчас посмотрим, почем они. Золото, бриллианты. Хорошая цена, 650. 1 килограмм 650 рупий. Хорошо. Это хорошая цена. Везде по рынку по 800 они продают. А что такое бибинка? Это мы их называем, они как сырые блины. Это слоеное такое. Пироженка такая с медом. В общем, сладость. Понятно. Не знаешь, как бибинку? Не знала бибинку. Две бибинки покупает. 260 рупий одна бибинка. Такое смешное название. Теперь прилипнет ко мне. Буду. Это килограмм. Да, look like pancake. Да. Тяжелая. How many grams? Когда будем возвращаться, напомни мне, чтобы я полкилограмма такого чесночка купила. Давай,
вот мясные ряды. И за ними аутлет. Вот он аутлет. Grabless. Это женское отделение. Здесь детское и мужское. Да, да. Ага. This is for girls. This is for baby and second floor for men. Иди, да. Так, все, мы пришли, да? Да, мы пришли. А потом для бэби купим. Вот сразу свою любимую полосатость увидела. Ого. Ну, поняли уже. Ну, ты поменьше немножко, да подожди, чего ты, как ты тут присоседилась? Все гонит. Все гонит человека. Ладно, ладно, оставайся. Рассматривай. Сайз 40, 2XL. Сайз 38. Такая нежненькая, посмотри. Тебе нравится такая тунечка? Я не люблю такие вот эти вот здесь, когда. А это вот в твоем стиле, смотри. Ну, типа в моем, да. Ага. Надо будет примерить. А такие любишь в таком стиле? А рукав у него не заворачивается? Заворачивается. Ну вот, они как рубашечные. 300. 300 рублей. Так вот, давай пока. Чё, говорит, меня все гонят. Там, да, размеры везде написаны. Иди в свой размер, и все. И будет счастье. Смотри. По-моему, это Марк энд Спенсер, да? Наверное. Смотри, лен. Цвет такой нравится. Ну что, длинные рукава-то? Чтобы не сгорели. А, тоже хорошо. Вот эта льняная штучка стоит 300 рублей. Ой. Вот симпатичная. 200 рублей на рукав. Очень длинный. 300 рублей. С такими веревочками. Красненько. 300 рупий. I try. Did you see Denis? Yes, I saw him. I will try. I don't know. First. Но вы много насобирали? Покажи улов, как грибники. Ага. Левайса, да? А здесь что? Any color? Any color. Blue. How many? Регуляр. Me Bed Sleep. Какая-то фирма. Сиротка. Сиротка. Я еще раз не сниму. Серьезно? Не вижу из него. Лучше так. В чем? 250 рублей. Дешевле только даром. Они, причем такая джинса шелковистая. Приятно, да. Еще ищи. Модный приговор. Рук не хватает. Ты положи в корзинку. Корзинку поставь на пол. А есть примерочная свободная, да? Так, ну что, начинаем. Начинаем примерочку. Это мне не нравится. Она коротковатая все-таки. И рукава короткие, и сама короткая. Мне чуть-чуть как туника подлиннее надо. Лот второй. Это мне совсем не нравится. Тут какие-то перекособоченные рукава. Непонятно. Сильно глубокий вырез. Весь странный какой-то дизайн. Нет, мне она тоже не понравилась. Как важно мерить. Саша говорит, ну что, я иду оплачивать? Я говорю, не надо ничего оплачивать. Вначале я иду мерить.
А так можно, если ее расстегнуть, носить сверху, как курточку такую, на футболку. Так, это мне уже больше нравится. По длине нормально, приятно, но мне не нравятся рукава. Они мне жмут, они как-то неприятно царапают. Если бы было просто прямой рукав, 3/4, я бы ее точно взяла. Здесь мне нравится, как болтается. Даже вот здесь нравится. Не нравятся вот здесь эти прищепы. Это 3 лота померили. 4-й. Как там? Ну, это даже на вырост еще вот такая вот получается. Она рубашкой. И, видимо, на высокую женщину, потому что рукава длинные. В ней только если спать. Но мне не нравится. Вот так, померила, называется. И осталась последняя рубашка. Ну вот. Я не понимаю, зачем они делают резинку? Они же, если такой большой размер сделали. Тянет рукав. Тянет и неудобно. Она самая более-менее комфортная из всего этого. За бандану меня вообще не спрашивайте, под градом. Бандану не сниму. Даже Света мне разрешила носить бандану. И в итоге из 5 лотов, вот тебе и на помады, вот тебе и на сапоги. Ну вот, тебе на платье и на мороженое. А тебе, Людка, вот, на сапоги и на помады. Ничего я себе не выбрала. Наша Галя балована. Я надеялась купить какую-нибудь одну штучку и переодеться, потому что вот эта блузка вся мокрая, вся. Даже Саши потеет со страшной силой. Все, возвращаю товар. Не буду задерживать кабинку. Тут всего 2 примерочных на этом этаже. Красота неземная. Сколько стоит? 250 рублей. А какая фирма? Нет, фирмы там может быть. Если не срезано, то на... срезано, наверное. То написано на ярлычке. Что-то здесь все срезано. Они иногда срезают. Нет, здесь без опознавательных знаков. Это тоже твое? Нет, это не надо, надо поменять. А в моем размере почему-то нету футболок. Нет, мы в детском ходили. А младших цель там. Наверное, еще меньше, чем XL. А где XL? Ну, футболки. Я вот здесь футболки, да? А что вот таких размеров? Вот симпатичненькая. Левис и все. Ну, ничего не надо, но ведь хочется. Я ничего в этот раз себе не нашла. Перемерила все. Да, такого нет. Во всех какие-то то, что мне не нравится. Рукава длинные на резинке, это тугой резинки. В основном вот это был дефект для меня. Да. Но они же шьют для Европы, поэтому они так для более холодных. Вот же рядом еще. Тренс. Я пойду наверх схожу, ладно, к платьишкам? Не теряйте. Не теряйте меня. Потом пойдем еще в детский. Да, здесь наверх. Вот хорошая штучка. Кинайсидис. Да.
большая. Thank you. В прошлый раз было много сумок. Сейчас нет ни одной. Я расстроилась. Мне там пара понравилась в прошлый раз. Стоит 400 рупий платье. Да. Рукав нужен. Или футболку под низ одеваться. Симпатичная. Что-нибудь нашли себе? Рупий, а это 500. Не люблю резинку на руках, на рукавах, а это вообще на вырост. 400 рупий. Вот 400, но опять резинка. 600. Вот было 1800, даже 1900, стало 400. Вот это уже ближе к тому, что я люблю. Фирма Global Desi. Это оказалось совсем маленькое. Она вот между этими швами, вот такая трубочка. То бишь на совсем худенькую девушку. Как оказалось, так, платье опять же на вырост. Что-то мне кажется не очень. Мне не понравилось. Его можно, конечно, как туничку носить, но мне не понравилось. Так, это, по-моему, тоже кошмарное. Да? Как в королевстве кривых зеркал. Сильно много воланчиков. Тоже монументальненько. Этот стиль мне совсем не идет. Еще рукава расширяют. Так, поехали дальше. И последнее. Все, что было моего размера, было с воланчиками. Мне ничего не понравилось. Вот это платье вроде ничего, но нет, носить точно не буду. Буду носить свои балахоны. Вот так, дорогие друзья. Серега молодец, выносливый парень-то. Ой, сбежал. Да, сейчас я пойду вниз, наверное. Танюшка, там говоришь, да? С мамой? Ой, батюшки. Мадам. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие подписчики. Это мама. Здравствуйте. Очень приятно. Наши фанаты. Очень приятно, классно. А мы тут какой, лифчики выбираем. Какая неожиданность. Да. И мы не, тоже не планировали. Да, не созванивались же, да. Угу. Как у вас дела? Хорошо. А у вас? Тоже хорошо. А где Рахул? Не знаю, он нас оставил. Устал, и да. Ушел. У меня тоже Саша избежал к Рамакришне уже. Да? Ага, я измучилась. А вы что-нибудь купили? Нет, ничего не купила. Перемерила 25 штук, ничего не купила. Да? Без тебя не получается выбрать. А мы, короче, в тот раз поехали, купили такие хорошие лифчики. Ага, да, а где? Тут. Угу. В коробочках? Да, да, вообще классные. Супер. Я ищу подружки тут. Такой бодик, да, у него? И вот так вот это вот. Угу. Это будет как раз. Так, вот она была 1295. Сейчас 300 всего.
Давай посравниваем еще с побольше возрастом, потому что как-то, да, мне кажется, маленькая. Они пишут 1-2 года, но это малышовые. А вот штанишки, не? Такие. А там тоже рост какой? Нам где-то от 80 нужно. 6-9. Что-то я не разбираюсь. Да, наверное. С роботами как? Или скрипучие? 3-6. Это маленькая. Такую ты откладывала или это маленькая? Смотри, сколько здесь. Это побольше. Вот это нормально будет. Так, хорошо, ага. Это нормально. А курточки ему надо зимние? Отвезти? Да, отведи. Да, пока он сделает им парфюм. Сереж, вернешься, найдешь? Да, конечно. Или он будет к зиме больше? Нет, зимний у него комбез. Ага. Он еще не ходячий, ему это будет неудобно просто. Прелестно. Надо ему быть? Нет? Но выбор особо небольшой оказался на годовасиков. Угу. Это надо? Не надо? Нет, это не надо. Я боюсь, что мы просто сквозь это все пролетим. Пойдем отсюда. Красота. Девочковые. Получше выбор, побольше. Перепутали с девочками. Да. Штанишки. Танюшка, девчонки, все, пока мы к раме Кришне пошли. Хорошо, я вас жду. За духами. Давайте, пока. Давайте, девочки, я вас буду ждать. Давай, мы приедем. С нетерпением жду. С нетерпением. Let's me go, sorry. Мы еще потом тогда. Тимошки. Тимошки. Выбрали. Remember them? Yes, of course. Мы приходили с дочерью в прошлом году. They come with daughter last year. She was pregnant. Она сейчас. Wow. Now baby come in. I told you. Да. Она сейчас здесь, но she in Goa, but very hot. They not come now to Mapusa. Okay. Is it possible? Jessie, do you remember? She asked me something, and I told her. Yeah. Да, она говорит, ты говоришь, спрашиваешь, помнишь ли? Она говорит, меня кое о чем спрашивала, я ей говорил, отвечал, поэтому помнит, конечно. Very sweet boy. И говорил, отвечал очень правильно. And you answer right things. Everything what you tell, it happened, she tell. Это Тимофей. Сейчас еще найду фотку. Он говорит, от него энергия. From you energy what? Удачи, like good luck for us. And удачу, big family I wish. Удачу приносит. И я желаю большую семью. Yes. Ага. A boy? Тимофей, да, Тим. One more time, thank you. А ты хочешь, чтобы ей сделал он духи по фотографии? И Саша просила духи, и я хотела себе. Is it possible make for her perfume, for her photo? Of course. She want, and she want. Bottle for whom? For her? For daughter. And for daughter and for her. Okay. And for let's her. Make for daughter first. Yeah. Сначала, говорит, для дочки сделаю вначале. This is for her for to get strong. Для нее, чтобы like a good mama. Оба были сильными, a чтобы она была mama. Хорошей мамой. Да. And yes, like no problem. Она очень хорошая. Yeah. Он когда говорит, у меня аж мурашки по телу. Так интересно. Вот это фото еще. Да. Смотри, какую нежную. Я
She choose for men something. Что-то я не могу ей, кстати, позвонить. Алло, Барбара, ты? Yes. Last year she, what's her name? Александра, дочь Александра. Yeah, she was like this, you know. Then I said, don't worry. В прошлом году она была такая, вот говорит. Я ей сказал, не волнуйся. Я ее поддержал, я сказал, все будет хорошо. Ади. Виквина. Бро. Стронг море. Гуд. Может, он Саша как раз я позвонил, я он с ним говорит. Ну сейчас он сделает. Лучше бы нам давать. Я хочу на табом пойти. Нет, пора. Александра. Александра. No, no pink. For fresh, you know, like golden. Golden, like, не розовый, золотой, говорит. Саша, like mama now. Поговори с Рамкришной. Александра. Thank you. I'm so happy. I'm so happy that you are mama now. Он счастлив, yes, что она сейчас мама. We will... Yes, yes, I can feel you. We will see us next time. Александре, да? Мне что-нибудь sweet, сладенького. This is for you. Бабушка. Like, yes, of course. Ani, ванил. Ванил. Давай. And чуть-чуть шоколад. Какая ты будешь шоколадная. Немножко шоколада, ванили. Принцесса специй. Давай. Шоколад аж через край. Все будет в шоколаде. Да. Анель? А чуть-чуть мускат. Это самое вкусное, что я ел. Эприкос. Давай. Перфект, отлично. Не соблагаюсь. О, ла-ла. Тебе оставлю, да? Sweet and little bit fresh. Little bit what? Fresh. Fresh, немножко свежий, да. Я пожалуйста, руку давай. Руку давай. Шоколад и свежесть. Сейчас они еще будут раскрываться. Как пирожное пахнешь. Панкейк. Вкусно.
для мамы розовая, для дочери золотой футлярчик. Нет, они сейчас будут раскрываться. Thank you. Большое спасибо. А мы тоже с подарками, как обычно. Ребята, есть вам. Вау. Спасибо. Пузырёчек от нас, как всегда. Thank you. Thank you. Спасибо. А которые... Today I'm really like emotional. Emotional. Сегодня он на эмоциях. Харе Кришна. Харе Кришна. Мы Судама, ап Кришна. Oh, что он сказал? Вот Хисе. Еще и Судама, у вас отличный френд. Он Судама, который был другом Кришны. Хакигат, во не е, ки вайса банна, лекин, джаб филинг ата. I understand. Ну все? Скромненько? Аби не, сезон не, ту хамеша мэри дилме. He said, he, I am always in his heart. Он говорит, я все время в его сердце, саши в сердце Рама Кришны. Мэй апко дилме кайсе басая хэ, малум не апко. He said, you don't know how I keep you in my heart, how I think of you. But show your respect, Shashi. I love it. I feel very happy, very good. That's what I need. I don't want anything more. I have everything. Once I have love, and that's everything. Это то, что мне надо, говорит. У меня есть все, что надо. И любовь окружающих. Это важно. What are the friends in a simple thing? Simple. And Mama, she has got... She, last time you gave her. I have. I hope you are enjoying. Very enjoy. Even now I with this smell. Yes, every day I use. Very good, very good. I like. Even people, they smell and like. But like I'm sadika. Only one thing, today, now at the moment I'm emotional, so I would like to share from my heart to you that я сейчас на эмоциях, и я бы хотел поделиться тем, что у меня на сердце. It's like a, to be presence of yourself on this planet. Говорит, это как present, like gift. We are not here, present. No. Yeah. We are available. We are on the planet. На этой планете. Like we are exist, we are alive, we are on this earth. Energy for Krishna, both of Thank you. My all love. Вся моя любовь. A respect and the light from my heart and soul for both of you. Thank you, thank you. We are it. Из моего сердца вам обоим. We feel it. Thank you, we feel. All my love. Thank you very much. Just to let you know,
inside a pure sandalwood. A chandan for a Krishna. And a rose for the heart. Сандаловое дерево. Он делает для Саши парфюм. ये प्रसाद है खाना नहीं जैसे कि पेट भर खाए a little bit that a drop takes you in another dimension yeah is it just use one drop not like it is not too much он говорит пользуйся бережно по одной капельке не так как когда ешь давай If anything is there in your life, give me a call anytime. Anytime, anywhere. Please. I remember. Yes. Yes. You have got a big and strong family. Yeah, sure. Yeah. Very big family. I love it. Don't smell now. No. Go home. Yeah. Have a shower. Okay. Hold that position. Yeah. Then wear it. Sure. Thank you very much. I love you, brother. Hare Krishna. I love you, brother. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Thank you very much. Thank you. See you later. Love you. Спасибо. Thank you. Bye. Bye. Для Саши наконец в духе. Да, да, он обещал ему. Где аромат? Что, плачет? На руке? Нет, он сказал, сейчас не душись, придешь домой, прими душ. Вечером будем наслаждаться. Какой-то, да, высокий забор, интересный там домик. Непонятно, оперный театр какой-то. Мандрам. Ой, мама. Happy to be home. Happy to be home.